компьютере. Где там он? Алло, пані, пані Ярослава, погано чути, зв'язком якийсь провал. Одну секундочку зараз. Що там? Ще раз пробувати? Western NIS Enterprise Fund став спонсором сьогоднішнього конкурсу та підтримує участь українського стартапу в презентації в Силиконовій долині, бо фонд вірить в нову генерацію українців та підтримує розвиток малих підприємств. Western NIS Enterprise Fund був створений Конгресом США в 1994 році та почав інвестиційну роботу в Україні та Молдові стартовим капіталом 150 мільйонів доларів США, отриманого від USAID, Агенції міжнародного розвитку США. Протягом періоду інвестиційної діяльності фонд інвестував 168 мільйонів доларів США в 118 малих та середніх підприємств на Україні. У 2015 році фонд почав надавати технічну допомогу Україні, зорієнтовану на сприяння експорту, місцевих економічного розвитку, розвиток соціальних підприємств та економічного лідерства. Місія фонду полягає в тому, щоб допомогти Україні в цей критичний момент у розробці незалежної економічної політики та розвитку відповідального управління, що є необхідною умовою для відновлення економічного зростання, створення нових робочих місць та покращення життя пересічних українців. Маючи більш ніж 20-річний досвід співпраці з бізнес-спільнотами та приватними підприємствами, фонд має унікальне зрозуміння величезного невикористаного потенціалу економічного зростання та процвітання, який існує в Україні. Фонд активно підтримує українське молоде покоління і українські стартапи. Ми вже надаємо фінансову підтримку інкубатори, проєкти на основі відкритих даних 1991 та виробництву рекламного відео про українську IT-індустрію. Україна має багато талановитих стартапів, і щоб допомогти їм залишитися та успішно працювати в Україні, необхідно створити більш сприятливе середовище і стартап-екосистему. Як університети, інкубатори та колективні офіси-хаби та конкурси стартапи є важливим і дуже корисним елементом стартап-екосистеми. Цей конкурс, оголошений UVCA, Українською асоціацією венчурного капіталу, на участь у конференції SWOT, є дуже корисною ініціативою, спрямовану на підтримку успішних українських стартапів, а також на підвищення конкурентної спроможності України на світових ринках. Я з захопленням прочитала всі отримані нами заявки на участь в конкурсі, які були дуже сильними, унікальними та креативними, і чекаю на ваші особисті презентації. Ми впевнені в тому, що переможці цього конкурсу буде успішно представляти Україну на конференції SWOT, і зрештою стане ще однією історією успіху у світовому масштабі. Бажаю вам успіху. Дякую за увагу. Дякую. Дякую, Ярослава. Так, слайд можна. Уже поступают вопросы, какие хэштеги можно использовать. Можно использовать хэштег UVCA Challenge, если хотите постить ваши фотографии в Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере, где угодно. Я не себя имела в виду вообще. Итак, мы начали, да, финальный тур нашего UVCA Startup Challenge, который организован при
очень хорошей, очень быстрой поддержки Western NIS Enterprise Fund. А также я бы хотела поблагодарить Startup Network и Digital Future, которые оказали нам огромную организационную поддержку, поделились своим опытом. Вот на прошлой неделе мы участвовали, много из нас участвовали в битве стартапов, да, даже есть победители, которые прошли в наш финальный тур. И сегодня мы еще раз послушаем, посмотрим, кто же выиграет. Также я бы хотела познакомить вас с нашими членами жюри. Ну, познакомить условно, да, потому как все люди довольно известные для вас и для нас. Поэтому давайте поприветствуем еще раз. Вот буду начинать по порядку, наверное, со стороны этой, да, Алексея Витченко, CEO фонда Digital Future. Вот, собственно, мы находимся у него в гостях сейчас. Виктор Компаниец, руководитель инвестиционного направления Digital Future. Андрей Колодюк, глава правления ассоциации, да, вы знакомы. Александр Сорока, CEO Startup Network. Богдан Купич, вице-президент по бизнес-развитию KM-Core, а также, как и Александр Сорока, и Андрей Колодюк, член наблюдательного совета нашей ассоциации. Также к нам неожиданно присоединился еще один человек, который присоединился, так сказать, не сам, а с довольно-таки приятным призом, который я оглашу чуть позже. Это Евгений Розинский, а также Георгий, которые приехали к нам из солнечной Калифорнии и будут помогать также выбирать победителя и вот представить еще один приз. Также в нашем отборе принимает участие партнер A-Ventures Евгений Сысоев, однако он делает это удаленно, дистанционно, но его голоса также будут учтены, и он принимал также у нас участие в предварительном отборе топ-10 стартапов, которые сегодня будут презентованы. Вкратце о том вообще, что вы получите, что вы можете получить, какие шансы вы можете получить или же потерять. Я могу воспользоваться, да, этим? Итак, то, что вы все знаете, ту часть, которую вы знаете, это приз, это поездка на конференцию SWOT, Silicon Valley Open Doors, которая пройдет 25-26 мая в Mountain View в Силиконовой долине в Соединенных Штатах Америки. Причем не просто поедет, но выступит среди топ-35 стартапов, лучших стартапов, отобранных со всего мира, не только Украины. И сможет выступить перед более 400 инвесторами, которые будут слушать и, возможно, даже дадут какие-то инвестиции на ваш стартап. Также мы покрываем полностью все финансовые затраты, связанные с перелетом, проживанием вот в этот период. Благодаря, кстати, вот фонду Western NIS Enterprise Fund. Я думаю, вот перед тем, как участвовать, вы, наверное, ознакомились, что такое SWOT, да? Ознакомились. Ну, вкратце, да, вот, очень много историй успеха, да, если вы загуглите даже вот SWOT, да, историю успеха, вы увидите, что в прошлом году победителем был Luxury, то есть тот стартап, который после выступления в долине, именно на этом мероприятии, привлек инвестиции, то есть продали его за 150 миллионов долларов в Snapchat, да. За несколько лет до этого на SWOT выступал PetCube. После этого они получили крупные инвестиции свои, первые, да, крупные инвестиции. И еще несколько лет назад такая история успеха – это Evernote. Это была так, давненько, конференция уже довольно опытная, уже 10-я годовщина будет в этом году, да. Но сейчас Evernote, вы знаете, наверное, все, это миллиардная корпорация, которая уже сделала IPO и довольно успешная. Но это еще не все. Мы сегодня выберем не одного победителя, как мы обещали ранее, но мы выберем еще и второго победителя. И возможность, которую он получит, это будет следующее. Это будет участие в украинском павильоне на конференции TechCrunch Disrupt, которая пройдет в Сан-Франциско в сентябре, с 12 по 14 число. Вот как раз Евгений, а также Ник Белогорский, которые являются, скажем так, исторически украинцами, но давно проживают в долине,
Первый раз в истории этой конференции организовывают украинский павильон и отбирают около 6-8, да, стартапов? Около 10. Около 10, да, вот чуть-чуть повысили. Но тем не менее конкурс очень жесткий. И вот именно сегодня один из 10 стартапов получит возможность поехать без последующих отборов уже вот на эту конференцию. По-моему, отличная возможность. Вот такой сюрприз мы вам сегодня приготовили. Я, наверное, вкратце сейчас зачитаю, кто за кем будет выступать, для того, чтобы вы морально готовились или начинали уже больше нервничать. Хорошо? Итак, под номером один у нас выступает Лен Тегра, под номером два выступает Люсидинг, номер три – Концептор Соул, номер четыре – Апрелон, номер пять – Кликлай, номер шесть – Кардиома, номер семь – Эгри Ай, номер восемь – Кардиолайз, номер девять – Флолес и номер десять – Клуиз. Вы готовы? Да. Ни пуха, ни пера? Все. А можно еще? Да. Формат. Формат. Напомню, да? Каждый стартап имеет ровно 5 минут на свой питч, и потом 5 минут вопросы. Все это на английском языке. Мы слушаем 5 презентаций, потом делаем небольшой перерыв 10-15 минут на передышку, на разговоры с инвесторами, можете запичить еще их. И после этого мы слушаем еще 5 стартапов, далее подбиваем результаты и, собственно, узнаем, кто же победитель. Классный план. Ура. Sounds like a plan. Ну что, давайте выберем возможного юникорна Украины, да? Давайте. Давайте. Тогда приглашаю Лен Тегра.